регулировка ручного тормоза. Открываем крышку вещевого ящика между передними сиденьями. Концом плоской отвертки поддеваем декоративную крышку, закрывающую регулировочную гайку, и снимаем ее. Высокой головкой на 10 вращаем гайку по часовой стрелке при опущенном рычаге для восстановления натяжения троса стояночного тормоза. Параллельно проверяем свободный ход рычага стояночного тормоза, приподнимая его вверх после каждого этапа затяжки, а затем опуская в исходное положение. Устанавливаем на место декоративную заглушку и закрываем вещевой ящик.